Команда «Шахтер» – победитель ежегодного чемпионата «Алроса» по футболу. В течение месяца сильнейшие команды предприятия «Алмазной компании» боролись за звание «Лучший». О том, как проходит турнир, расскажет Анна Винокурова. За звание чемпиона в турнире «Алроса» боролись 8 команд предприятий и подразделений «Алмазной компании». С первых дней соревнований в лидеры турнира вышли «Интер», «Шахтер», «Молодежь» и «ВГСЧ». В разные годы каждая из этих команд поднималась на высшую ступень пьедестала. И этот факт добавлял интриги соревнованиям. Вот эти команды были явно, конечно, ну не то, что там явно сильнее всех. Неплохо сыграла и команда Батобинка, Батобинской экспедиции. Но все-таки за золото вот эти 4 команды боролись вот до последнего дня. За весь чемпионат больше всего забил игрок «Интра» Иван Луценко. В его копилке 10 мячей. Лучшим вратарем ежегодного чемпионата признан Сергей Лоскотов с БГРМ. Член команды ВГСЧ Влад Мамедов – лучший нападающий. А лучшим игроком признан Максим Грунской, футболист «Шахтера». Турнир проходил очень ажиотажно, и борьба была очень упорная. И в упорной борьбе, наверное, больше улыбнулась нам удача, поэтому стали первыми. Не без этого, конечно. Все ребята бились, боролись. И на этом фоне мы выиграли. Золото чемпионата «Алроса» в этом году взяла команда «Шахтер». В финале за первое место они выиграли у «Интра» со счетом 4-2. Ну а на третьем месте оказались футболисты ВГСЧ, которые разгромили «Молодежь». Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».